Омске впервые прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике Кубок мастера спорта международного класса СССР Валерия Стародубцева. Более 100 сильнейших атлетов страны выступило в манеже спортивной школы Олимпийского резерва. Спортсмены разных возрастов, от юниоров до ветеранов, состязались в беге на 800 метров. В возрастных категориях до 2008 года рождения на дорожке первенствовали юноши и девушки из Омской области. В забегах среди женщин конкуренцию амичкам составила мастер спорта международного класса Александра Гуляева, которая представляла Московскую область. До выхода на старт на счету бегуньи уже был лучший результат сезона в России на дистанции 1000 метров. В Омске на 800 метрах Александра также показала высокую скорость и выносливость, оторвавшись от своих соперниц с первых метров дистанции. Гуляева стала обладательницей еще одного лучшего результата сезона – 2 минуты 1 секунда и 93 сотые. Когда готов, то любая дистанция дается легко, и она нравится, и как бы все здорово. 800 мне нравится больше тем, что здесь как-то скорость повыше, то есть такая прям концентрация должна быть на протяжении всей дистанции. Надо угадать, ну не угадать точнее, а вот стартовать с нужной скоростью, чтобы поддержать, чтобы сил хватило на финишный рывок. То есть как-то вот разложить силы грамотно и всегда непредсказуемые соперники, поэтому очень интересная дистанция. С большим отрывом второй на финиш прибежала Светлана Карамышева из Хакасии. Следом за ней амичка Наталья Крикун. Наталья Крикун, но тоже перспективная, молодой атлет. Она первый год по молодежи бежит. В прошлом году она была, по-моему, второй на чемпионате России. Надеемся, что этот сезон они поддержат высокими результатами. По результатам мужских забегов самые быстрые минуты показал Николай Вербицкий, выступавший за Московскую область. На Кубке Стародубцева атлет уже третий год подряд одерживает победу. Сейчас он упорно готовится к чемпионату России. Я бежал в таком рабочем режиме, ну и проверял свои силы, возможности, как мне удастся выступить именно под загрузкой, под какой-то. Ну, в общем, скажем, на троечку справился для себя. Я думаю, тренер тоже такую же оценку мне поставит. Но результат можно было показывать быстрее. Думаю, что бежал в одиночестве, потому что для данного этапа, я думаю, что все хорошо получилось. Будем готовиться дальше к чемпионату России. В забеге среди мужчин старше 40 лет лидировал представитель Иркутской области Владимир Евсюнин. Среди женщин Татьяна Колмакова из Марьяновского района. Победителей и призеров наградили медалями и дипломами. Абсолютным лидерам среди мужчин и женщин вручили кубки и денежные призы.